Всем лето! С вами Карина, и сегодня я расскажу, как что-то когда-то обязательно будет. Но даже это не точно. А видео для тех, кто читать не умеет. Ставлю лайк за ваши непревзойденные комментарии. Погнали к новостям второй половины августа. Скоро стартует серия общих тестов обновления 1.22. Кратко пробежимся по новинкам. Мы вводим новый PvE-режим «Полигон». Отдыхайте от рандома, сражаясь с ботами. Сперва режим будет доступен только для техники 10 уровня. На тесты будет добавлен новый сезон натиска «Огненный волк». Придумывайте хитрые тактики и стратегии в команде из семерых, побеждайте и зарабатывайте награды. Вы сможете опробовать новый сезон боевого пропуска и классический «Стальной охотник». Также протестируем отключение экономики в тренировочных комнатах, авангардный чат добавим функцию отправления жалоб на других игроков. На тесты также выйдут новые британские колесники. Будут и ребалансные правки некоторой техники и карт, а ближе к концу августа вы сможете поиграть на карте Сталинград. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. С 25 по 27 августа в игре «Шквальный огонь». 8 модифицированных танков с механикой автопушек, РСЗО и перегрева позволят получить незабываемый игровой опыт. С 30 августа по 5 сентября битва 30 на 30 на линии фронта. Были изменены параметры захвата баз и количество очков здоровья орудий. Дождались и новое клановое событие. Маневры начнутся 21 августа и пройдут в формате вылазок в укрепрайоне. Хотите участвовать? Надо обязательно вступить в клан. Играем 7 на 7 на десятках без клановых боевых резервов. Действует туман войны. В остальном все как и в стандартных боях. Это первый запуск. Событие экспериментальное, так что тестируйте новые механики на прочность и делитесь впечатлениями в комментариях. На днях завершился киберспортивный турнир «Легендарный охотник». Вспоминаем, как это было. Большой осенний киберспортивный турнир уже не за горами, и его призовой фонд постоянно растет. По ссылке в описании можно приобрести наборы с новым 2D-стилем «Голос пустыни». Этой осенью на сцене должен быть именно ты. Хочу напомнить, что иногда в премиум и внутриигровом магазинах могут появляться совершенно бесплатные предложения. Прямо сейчас одно из таких доступно в премиум-магазине. Еще одно совсем скоро появится во внутриигровом. В общем, рекомендую периодически обновлять странички с магазинами. Также стартовал предзаказ пакетов с трусом, балбесом и бывалым. Подробности по ссылке в описании. И напоследок то, что вы могли подзабыть. Особая поддержка будет доступна только до конца версии. 18 августа начнется конструкторское бюро. Соберите совершенно новый немецкий тяжелый танк Kampfpanzer 07 PE. Успевайте ввести бонус-код ко дню рождения мира танков и выполнить задачи для получения AMX 13FL11 до 1 сентября. Не забывайте и про задачи, посвященные Курской битве и табель-календарь. На сегодня все. Лайк, подписка и колокольчик. Тестируйте новинки мира танков. Целую на прощание. До встречи через 2 недели.